Как стать депутатом и что для этого нужно сделать? Ответы на эти вопросы сегодня ребятам из аграрно-экономического техникума социально-гуманитарного колледжа дали молодые парламентарии. Данил Исполинов и Андрей Ружников в рамках круглого стола познакомили с тонкостями политической карьеры представителей клубов молодых избирателей. Николай Фролов точно знает, каждый имеет право не только избирать, но и быть избранным. Молодой человек не исключает, что свяжет свое будущее с политикой. Было бы интересно, конечно, но трудно пока представить, пока молодой. Хотя у нас Станимар город небольшой, и округ тоже, и здесь, в общем-то, можно выбиться и управлять городом или даже округом. И поэтому мне было бы действительно интересно, я хотел бы управлять, так сказать, обязанность на себя взять. Таких молодых, целеустремленных и амбициозных в нашем округе немало. Клубы молодых избирателей объединяют более 80 человек. Каждый из них – потенциальный законодатель или мэр. Поэтому знания о избирательном праве пригодятся им в будущем. Сегодня мы провели круглый стол от правовых знаний гражданской оппозиции. Круглый стол мы готовили совместно с клубом молодого избирателя аграрно-экономического техникума. И, конечно, ребятам пришлось проделать титанический труд над собой, над получением знаний, на то, чтобы это знание можно было выложить в максимально короткое время в понятных доступных докладах. Доклады были совершенно на разные темы, но единой нитью они были связаны. Это реализация молодыми своего избирательного права. По итогам круглого стола была принята резолюция, основными пунктами которой стали продолжение развития и укрепления движений клубов молодых избирателей, разработка плана и проведение различных мероприятий по избирательному праву и процессу. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».